Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге. Певица выступила с заявлением. Отношения Ани Лорак и ее возлюбленного вышли на новый уровень. Поклонники звезды уверены, что она может найти себе партию намного лучше, но артистка не обращает никакого внимания на мнение толпы. 45-летняя певица уже длительное время строит любовь с привлекательным испанцем Исааком Виджраку, с которым познакомилась в путешествии на Ибицу. Мужчина работает инструктором по йоге, и его доходы явно уступают заработкам Ани, но красотку это ничуть не смущает, ведь избранник сумел окружить ее теплом и заботой. Недавно роман вышел на новый уровень. Лорак вместе с возлюбленным появилась на светском мероприятии. Парочка посетила международный музыкальный фестиваль Dream Fest, прошедший в Баку. Именно там знаменитость допустила любопытную оговорку. Она назвала Исаака мужем. Разумеется, после этого поползли слухи о том, что певица тайно сыграла свадьбу. We'll be right back.